Дорогая церковная семья, поздравляю вас с Рождеством и Новым годом. Желаю вам обильных Божьих благословений. Мы отметили с вами 30 лет нашего совместного следования за Христом. И пусть Божий мир, Божья благодать пребывает с нами в 2022 году, чтобы мы еще больше расширяли пределы Царства Божьего, еще больше говорили о Христе, еще больше верили, уповали на Него, потому что Он упование всей нашей жизни. И пусть никакие вызовы, никакие трудности не остановят нас на пути следования за Христом. Давайте держаться Господа, друг друга, церкви, семьи и дорожить тем, что у нас есть. Люблю вас и благословляю вас. Будьте благословенны.